Рада приветствовать всех на нашем творческом канале и хочу рассказать о вязаных мишках, которых вы можете связать вместе с нами, перейдя по ссылкам под данным видео. По одной и той же схеме получается мишка примерно 14-18 сантиметров в зависимости от пряжи. Как раз темный, самый большой мишка, которого вы видите, имеет рост около 17-18 сантиметров, а мишки светлые поменьше около 14. Базовый медвежонок вяжется из пряжи одного цвета, и в дальнейшем его можно наряжать и украшать по своему усмотрению. Здесь представлены некоторые вещи из гардероба Мишани. У самого крупного темного мишки это меховая жилетка, которая снимается. Она связана из пряжи Alize Softi крючком, застегивается на две пуговички с помощью петелек. Девочка-мишенька по центру наряжена в платье, которое не снимается, но у нее снимается повязка с цветочком. И рядом с ней медвежонок в жилетке, которого тоже можно переодевать. У него жилетка снимается. Связана она также крючком, рисунком имитации лицевой глади. Под данным видео вы найдете ссылки как на самого мишку, так и на варианты его одежды.